Народ, всем привет! Сегодня я расскажу про снасть, хорошую снасть для рыбалки карпа и карася. Что там у вас еще ловится на снасть, которая с пружиной, пружинная снасть. Значит, чем она отличается от обычной пружинки? Тем, что на ней не будет практически груска. То есть мы будем делать отдельную пружину. Вот такую простую, без никаких грузил, ничего мы в ней не выливаем. Вот. Вот такую вот пружину. Внизу цепляем обязательно на нитке, на крепкой нитке, 3, сильно жадные 4 крючка. И на них одеваем пенопласт или что-нибудь такое, чтобы эти крючки имели плавучесть. Все, больше ничего. Обязательно на нитке, не на леске. Потому что должна плавать и двигаться нормально над кормушкой снасть. В смысле, крючок должен двигаться нормально. Теперь, дальше. Это идет у нас от спиннинга. Линия, на ней будет защелочка с вертлюжком, которой мы будем защелкивать эту кормушку. Вот. Теперь, ставим сюда какой-нибудь стопорок силиконовый, чтобы не разбивал или что-нибудь еще, какую-то бусинку, стопорок. Чтобы не разбивал узел при забросе, при дергании. И потом вот такой защелка с вертлюжком, но двигающаяся по леске. То есть вот здесь будет происходить все движение. И здесь мы сможем менять груз. Почему это важно? Потому что ловим в разных местах. В некоторых местах нет течения, груз нужен очень маленький. В некоторых местах течение большое и груз надо менять. Когда мы выливаем все эти кормушки вместе с грузом, мы выбираем только так. Ага, эта кормушка столько-то груза имеет, это столько-то имеем. Сотню кормушек и начинаем подбирать ту, которая попадет именно к этому вес, который удержит на течении. Здесь нет. Здесь мы будем удерживать на течении вот этим грузом, который смерный, мы его будем все время менять. Все это делается очень просто. Очень быстро, сейчас расскажу некоторые секретики и все. Значит, это покупается китайцев, там вот в таких наборчиках для карпа вечно есть вот такие защелочки движущиеся, не защелочки, а вот эти вот вертлюжки, уже с этими глазками, которые одеваешь и двигаются. Если у вас такого нет, или вы не хотите ждать, пока вы его купите, сейчас покажу, как быстренько сделать самому, это 2 секунды, чтобы его сделать. Сейчас я тут так что делал на другом языке, его разберу и вам покажу на русском. Значит, смотрим. Вот я уберу, расскажу кое-какие приколы. Для этого теперь, для этой снасти, берем, который у вас есть, вертлюжок с этим самым, защелочкой. И что делаем? Дальше выискиваем всевозможные вот такие трубки, типа как от Чупитина. Вот пластиковые трубочки, которые по диаметру вам подходят. Берем эту трубку, берем типа гвоздика, как это называется? У нас это называется ремачо, даже на русском толком не знаю. Думаю, заклепка, во, заклепку, такую вот заклепку, да? Одеваем так, чтобы зашла в середину. Чем хороша, что здесь есть бортик. Нагреваем эту трубку, расплавляем ее. Вот, и двигаем. Раз. Все, получился пластиковый бортик, смотрите. И не закрылось отверстие, потому что здесь был наш гвоздик в середине. Вот он. Теперь срезаем наш приблизительно сантиметр меньше. Это уже безразлично, сколько там. А, чтобы небольшой был. Вот. Отрезаем. Вот он. Одеваем кольцо. От вертлюжка снова продеваем нашу заклепку и начинаем греть другую сторону. То есть это все 2 секунды, честно говоря. Смотрите, раз. Все. Таш фокус с обоих сторон закрыто. Это не будет вам дряпать ваш шнур. Вот вам готовый
вертлюжок скользящий, который вы будете использовать на основном шнуре для того, чтобы крепить сменные грузки. Как мы по-шустренькому сделаем кормушку, самую примитивную, самую простую. Находим проволоку. У меня она, видите, такая, какая попала. Вот. Проволока должна быть дешевая, нормальная, для того, что на рыбалке мы очень часто все теряем, скажем честно. Бывает куча зацепов, куча еще чего-то, и это все теряется. Так что не делайте снасти, которые надо тратить несколько дней для того, чтобы ее изготовить, а потом за 5 минут где-то зацепить за корягу и потерять. Делайте попроще все. Вот эта проволока где-то 2 миллиметра у меня. Берем плоскогубцы, загибаем. Я думаю, что эту проволоку никакой карп у меня не разорвет. Значит, сделаем вот такой загиб, колечко. Хотите, можете по-другому колечко сделать. Это все, все понимают, что там. Все зависит от того, какая крепость проволока. Может, надо обкрутить вокруг основной, может, можно достаточно и так. Так мне чуть неудобно. Сейчас я зажму его. Все покажу. То есть основную штуку сделаю. Вот. Раз, раз, обжать проволочкой, сделать колечко. Это за которое будет что-нибудь цепляться. Или крючки, или к спиннингу. Все, сделали. Выбираем, какой мы будем длинный хотим это кормушку. Допустим, вот такую. То есть каждый сам себе выбирает. Я использую кормушки, еще задвигаю кульки ПВА с прикормкой. Потому я выбираю еще по размерам тех кульков, которые у меня есть. Ну, такую хорошую, чтобы кормушка получилась. И делаем второе колечко. Вот. Тут же загибаем. То есть вот, как бы раз, два. Можно даже вот так вот сделать. Одним словом, готово. Смотрите. Все. То есть не будем ничего выдумывать в этом велосипеде. Смотрите, есть такая форма. Берем трубку. Наподобие водопроводной какой-нибудь. Можете, у меня пластиковая, можете взять какую-нибудь железную. Кого чего найдется. Длинную, короткую. И вырезку здесь сделать. Для чего? Вставляем. Выставляем по центру, очень хорошо видно. И начинаем на вырезе загибать. Вот. Можно чуть-чуть больше подогнуть, чтобы она так более-менее аккуратненько получилась. И вот смотрите. В принципе, вот. Здесь плоскогубцами захватываем, чтобы не двигалось. И начинаем накручивать нашу проволоку. Вот. Делаем нашу пружину. Приблизительно той длины, которую мы предполагали ее иметь. Я думаю, что где-то приблизительно я уже там рядышком. Но зато кольца одинакового размера. Да, вот я уже рядышком. Все, нам осталось зажать эту сторону, чтобы можно немножко подтянуть, выпрямить, подровнять руками. Потом, когда уже окончательно зажмется, будет еще красивее. Вот, пружина почти готовая. Загибаем под 90 градусов в этом плане, вот здесь. Есть, по центру проходит. Где-то берем на половине и загибаем в сторону второй раз. Откусываем. Так, где у меня кусачки? Откусили. Заводим это сюда и загибаем плоскогубцами. Все, смотрите, это вообще ничего не стоит ни по времени, ни по времени. Но это очень эффективная снасть с такой пружиной. Это очень дешево. Ничего не стоит по времени, гляньте, получается ровная, красивая, просто прелесть, а не пружина. И таким образом, с помощью этих двух дешевых фокусов, вы получаете очень классную, оригинальную снасть на карпа, сазана и всего остального громадного, которое придет за вашим тестом и за вашей прикормкой. Все, хороших вам удачных рыбалок. Пишем. Критикуем, рассказываем, что это не ловит, а я вам буду рассказывать, что это ловит и прекрасно ловит.
Все, общаемся. Не забываем подписываться на канал. Все, до хороших вам рыбалок. Это очень хорошая снасть, не забываем.